Добрый вечер. Вот это я зашла сегодня на рынок Тухачевский. Муж давно просит настоящие ливерные пирожки ему сделать. Там такой отдел есть хороший. Называется Академия колбасы. Его любимую краковскую купила. Вот это я часто там беру. Русская колбаса в натуральной оболочке. Это вкусняшка. Вот я сегодня первый раз попробовала. Ну, захотелось мне сырокопченое мяско. Ну, это ж пекачки тоже. Мы любим иногда их покушать. Сердце говяжье. Сердце взяла на ливер. Тут печеночка. Пупочки куриные. Нету там. Единственное, что нет, это легкого. Ну и, конечно, в молочном. Вот это вот Став Милк. Запомните эту фирму. Став Милк. По левой стороне, если заходишь на рынок Тухачевский, с улицы Тухачевского. Бурату вот я пробовала в голубой этикетке. Очень понравился. Решили мы его еще взять. Он в таком рассольчике плавает. Мешочек из сыра. И внутри сыр жидкий. Это что-то сказочное. Очень понравилось. Взяла моцареллу. Я сегодня делала из халапеньо. Нас с мужем побаловала запеченный сыр халапеньо с творогом и посыпанный сыром. Вот эту моцареллу я взяла специально, чтобы сделать еще запеченный сыр на перце. На перце. Я так, наверное, так как у меня халапеньо не так много сейчас спелого, я так думаю, сделаю хитро, сделаю на болгарском. Перцы больше будет, половиночки. И с сыром, с укропчиком, с петрушечкой и сверху кусочек помидора. Это будет сказка. Вот. Болгарский. Но туда положу кусочки сыр. Есть у меня сейчас. К сыру добавлю немножко перчика хабанерки. Будет тоже безумно вкусно. Вот это я хочу сделать с перцем болгарским и с хабанера. Ну, естественно, помидорчиком прикрою, все, запеку. Вот такой сыр специально взяла. Ну и, конечно, я бываю на рынке редко там, на Тухачевского, раз в недельку, поэтому взяла вот таких вкусняшек. Йогурт я еще не пробовала этой фирмы продукцию. Но я пробовала десерт творожный. И вот крем мильфо. Сыр творожный. Это с вишней. Василию Алексеевичу там даже вот видно, что внизу вишня будет. Киви. Мацони мне подарила Анна Николаевна, Аннушка наша, хозяюшка. Напросилась я, позвонила, сказала, что нашла я вашу фирму. Девочки мне придарили, сметанки придарили. Вот таких вкусняшек набрала сегодня. О, еле дотащила до дома. Спасибочки за угощение. И будем покупать вашу продукцию, Аннушка. Она просто великолепная. Да, Василий Алексеевич? Так точно. Ты будешь кушать? Супер закуска. Или внукам отдавать? Закуска. Внучки завтра придут. А половине. Если муж что-нибудь им даст. Да, Василий Алексеевич? Мне надо пойти. Там есть два вида. Два вида йогуртов. В стаканчиках там они чуть жирнее, 5%. А я выбрала 1.5%. Вообще не держу никаких диет. Но морально кажется, что если 1.5%, то буду худее сразу на 1.5 килограмма. В день. Угу. Так, не, Вася, это очень вкусно. Оно до утра не долежит. Ой, какой вкусный, это груша. Мы вчера грушовый пробовали, позавчера творожный десерт.
Очень вкусно. Так что, ребята, походите, покупайте. Став Милк. На Нижнем рынке есть и на Тухачевского. Рекомендую. Вкусняшки такие от наших любимых друзей. Перечных друзей. Мы дружим по перцам уже много лет. Ну, вот, как, вот это моя вообще любимая колбаса краковская у моего мужа. Василий Алексеевич ее вообще обожает. А я люблю вот такую жирком. Русская. Истинно русский продукт. Всем пока-пока. Ставрополь.